Да-да-да, запускай. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем концерт ансамбля традиционной еврейской музыки «Йосеф Капелье». Начнем мы второе отделение, как обычно, с веселой инструментальной композиции. Повторная попытка улыбаться всем коллективам. Лёша, Тарзан, заходите. Я на ночь уехал к ночи, возвращаюсь к Хача. Сейчас мы сыграем произведение, которое название которого обозначает наше вам пожелание — быть всем здоровыми. Zeit gesund. Thank you.
Вот такое вот музыкальное пожелание. Теперь мы сыграем для вас одну. Две. Да, две. Одну грустную и одну веселую мелодию. Да. Ну, это, в общем-то, одна и та же мелодия. Но мы ее сыграем сначала грустно, а потом весело. Тоже вариант. Как Сигельман показывал экспромт Шуберта, да? Так пусть покажет. Что ты рассказываешь? Пусть он придет и покажет. Это потом. Поехали. Подожди. А что? Или ты хочешь сказать, что это окончание чего-то другого? Не, что-то. Это просто... Thank you.
Сговорились, я так и знал. Так, ну вот такая вот была грустная, а потом веселая музыка. Ну а теперь, я думаю, пора перейти снова к пению. Абсолютно, абсолютно совершенно. Так. Подсказываешь? Да. Ваша версия. Помощь зала. Сейчас на сцену выйдет Игорь Белый. С еще одной еврейской песней. А, кстати, народ, идите обратно, это с вами. Как обычно. У Игоря всегда семинор. Подожди, подожди, нет, ну сейчас про бабушку. Про бабушку, да. Ну, как обычно, да, ну что, надо сказать краткое содержание песни перед началом. Я вспоминаю свои детские годы, киндерьерн. Как обычно, да. Как я жил, когда был маленький, у дедушки и бабушки в Кишиневе. Мы там жили на Рыжкановке. Но это про меня, это не из песни. И там, в Кишинев вообще такой город, там очень много кошек. Вот, то есть там кошки дворовые, там какие-то домашние, их очень много, они там все бегают повсюду. Ну и вот такая песенка, что вот я вспоминаю, как... Я жил у бабушки, и было много кошек. И один котенок был зеленого цвета. Да, это песня моего авторства. Предыдущую песню написал Ицек Мангер, замечательный поэт еврейский, а музыку написал композитор Филипп Лосковский. Это песня «Ойфен век штейт обоим», «На дороге стоит дерево», но я ее пел в первом отделении. Бабушки Этл было три котенка, три зверька, котята, не собачки. Дом бабушки Этл обходили сторонкой, через выселки шли мимо водокачки. Ай-вэй, шли мимо водокачки, обходили, как возможно. Ай-вэй, шли через левое плечо, плевали осторожно. Ай-вэй, ай-вэй. А первый котенок был зеленого цвета, как трава в апреле у калитки. Недобро косился, пропадал до рассвета, иногда умел играть на скрипке. Ай-вэй, умел играть на скрипке полнолунными ночами. Ай-вэй, безлунными ночами ничего не замечали. Ай-вэй, ай-вэй. Накрапывал дождик облака в обиде, на безветрие скрывали солнце. Второго котенка так никто и не видел, его бабушка прятала в колодце. Ай-вэй, в пустом колодце над шибе черном и глубоком. Ай-вэй, единственным оттуда он подмигивал мне оком. Ай-вэй, ай-вэй. Я помню лето, месяц на ограде, стук сапог военных через сени. А третьего мне разрешали гладить по субботам или воскресеньям. Ай-вэй, давали гладить по пушистой шерсти мягким нитям. Ай-вэй, как плохо помню бабушку я эту, извините. Ай-вэй, ай-вэй.
Спасибо. Игорь Белый и Йосеф Капелья. А сейчас мы сыграем еще несколько интересных сочинений. На этот раз мы их сыграем тщательно по нотам, как не мы прямо. Леша, это с тобой. Отдохнуть не дают. И Тарзан, с тобой тоже. Когда спрашивали обычно, скажите, вот музыканта на Украине, условно говоря, вы там еврей, естественно. Вы играли и на еврейских свадьбах, и на украинских свадьбах. Вот какая была разница в репертуаре? Говорит, в репертуаре никакой. Просто на украинских свадьбах спереди, в первых рядах музыкантов стояли украинцы, а на еврейских — евреи. Поэтому что сейчас играем? Польку? Да. Сейчас будет полька. Там. Так и правильно. НБ. Не играй то, что написано, играй то, что нужно. Золотые слова. Эдвард Грик. Полька селения Ларвик. Вот такая вот академическая музыка Грига. А сейчас прозвучит еще одно. Уже клезмерская композиция. Шер в ре-мажоре. Я думаю, это не для нашей публики. Наша публика это все знает. Более того, что шер — это, к тому же, танец относительно быстрый, который танцевали так парами, не парами, нет, парами танцевали. Что танцевали парами? В общем, фрейлихс — это просто веселый танец. А шер, ну это просто танец. И получалось так, что иногда, что в одном селении под одну, условно говоря, две мелодии со схожим примерно движением. В одной деревне на первую, назовем ее первой, танцевали шер, под вторую — фрейлихс. А во второй деревне под вторую танцевали шер, а под первую — фрейлихс. Вот. Когда спрашивали, почему так, ну, вот так получилось. Традишн, как говорил герой известного мюзикла. Но, впрочем, шер от фрейлихса отличается структурой движений. То есть, если... Что? Я поясню. Известный мюзикл — это «Скрипач на крыше» Джерри Гор. Подожди, сейчас отдам. Ну, в общем, если в танце больше двух колен, то это, скорее всего, шер. Объясни, что такое колено в танце. Нет. Давайте поаплодируем Лёше за столь подробный экскурс. Спасибо, господа. Это был Алексей Розов. А теперь Йосеф... А теперь Иван Лебедев. А теперь Йосеф Капелли исполнит для вас шер в ре-мажоре. Не забудь, давай шер.
Вот. Получилось. Дорогие друзья, чуть-чуть расскажу вам про эту музыку, поскольку мои коллеги в лице Алексея Георгиевича про нее еще ничего не знают. Я ему сказал, что это из сборника Костаковского. Вот. Но это на самом деле не так. Это современное произведение, написанное буквально месяца, наверное, три назад. Это сочинение замечательного отечественного композитора Федора Васильевича Строганова. Да, многие, я думаю, здесь его знают. А, фонит, да? А, понятно. Ну, так бы и крикнул, господи. Это сочинение, это является, так сказать, выборкой традиционного фрагмента из средней части сюиты в еврейском стиле, сюиты памяти композитора Григория Фрида, которая была написана к его юбилею в этом году. Вот. Ему бы исполнилось 80 лет, насколько я помню. Да. 100? А, мне Федор. А, все, понял. Мне Федор Васильевич всем говорил к юбилею. Это год. Это был год от, со смерти. Ты там не был. Где он писал, а я был. Я это видел, это было все очень быстро. Вот. Сюита в трех частях. Желающие могут зайти в мой аккаунт в YouTube по ссылке с сайта Йосеф. Или прямо на сайте Йосеф Капелье висит запись сюиты памяти Григория Фрида, сочинение Федора Строганова. Там есть эта музыка, мы ее взяли, она теперь у нас будет клезмерским стандартом. Один из композиторов или из писателей, в общем, кто-то из людей пишущих, рассказывал, как он себя уговаривал творить. Значит, было это, соответственно, лет так 150 назад, когда были там слуги, камины и прочее. В общем, он раздевался догола, давал всю одежду слугам и говорил, что не выпускать его из дома до тех пор, пока он не напишет, значит, требуемый объем, значит, там, строчек или нотных тактов или что-то в этом роде. Ну, в общем, как обычно, традиции продолжаются. Спасибо. Алексей Розов. Ну а теперь мы снова вернемся благополучно к вокалу. Сейчас на сцену выйдет Михаил Сигельман. Что, Миша, ты не хотел выходить сейчас? А, я думал, что значит папка, поднятая над головой? Ну, одна из самых любимых вообще моих песен, когда я решил петь в таком формате, это первое, что я сказал: Вань, давай споем вот эту песню. Он говорит: ну, что-то как-то не знаю. И я говорю: ну, давай не споем. А вот несколько дней тому назад он говорит: ну, давай мы ее споем. И я обрадовался, пока он не передумал. Песня знаменитая «Зеленая кузина». Песня про... Мы ее поем немножко медленнее, чем ее обычно поют, потому что мне кажется, что она, в общем, грустная с самого начала. Судьба этой девушки, которая все порхала и была красоточка, потом она уехала в Америку. И есть разные версии у этой песни на самом деле. Есть такой замечательный сборник, беленький, да, под редакцией Макса Гольдина, великого фольклориста, еврейского исследователя из Латвии, который умер буквально несколько лет назад. И вот он говорит, что несколько редакций этой песни. Вот одна из редакций, что эта кузина уехала в Америку с двумя детьми, потом там муж ее бросил. Ну, в общем, на самом деле эта песенка не очень... Но веселая. И нам она, конечно, известна в исполнении сестер Берри. И это исполнение уже не вытравишь, к счастью. Поэтому мы подражать не будем. Ми-минор и фа-минор.
Sumiris gekumena kuzine Schein wie golde Siege, wenn die Grine Bekelech wie reute Pomeranzen Fieselech, was beten sich zum Tanzen Хвіройте помиранцем, фіселех воспетен зіх тут танц. Херелех ві зайден вепкелохте, цейнделех ві перелех гедохте, ейгелех ві гімел блойхим фрілін, ліпелех ві каршелех ацвілін, Eigelech wie Himmelbläuch im Frühling, Liebelech wie Karschelech als Zwilling. Nicht gegangen ist sie, nur gesprungen, nicht geredet hat sie, nur gesungen. Lebendig und freilich jede Miene, Oder sag gewöhn ist mein Cousine, lebendig und freilich jede Miene. Oder sag gewöhn ist mein Cousine. Lacket lieben, bis von diesem gar nicht nicht geblieben. Also ihm hat sie wohl lacket lieben, bis von ihr ist gar nicht nicht geblieben. Ein, dass ich war gegen mein Cousine. Мирине.
Миша Блинков, Иван Лебедев, ну и я. Кстати, хотел просто сказать буквально одно слово. Почему я так завывал-то? Ужасно. Это в последнем куплете, это я, ну, это мы вроде издеваемся, как, потому что там сюжет такой, что я пришел и спросил, что с тобою стряслось? А она ему вот и говорит, что вот. Ну и в конце, черт бы ее побрал, эту землю Колумба. Вот поэтому мы и поиздевались немножко, потому что мы-то знали, что с ней стряслось. И она тоже. Спасибо. Ну и одна из тоже известных замечательных песен. «Мойша ле майн фрайнд». Неудобно о себе в третьем лице. Вот. Ну и песня действительно замечательная и очень типичная для евреев, потому что как только еврею становится там больше 10, 15, там, 16 лет, он начинает вспоминать, как ему было хорошо, хотя, хотя хорошо ему еще будет. Вот. Но на самом деле такая песня, воспоминания вот, про времена... Времена юности. А, нет, фа минор. Was machst du, Herr Besmeuschale? Der kennt dich noch ein Blick. Du bist gewinn mein Haverl mit Jahren viel zurück. Und euch in Heider haben mir gelernt lang badan. Steht vor mir der Rebbe noch, der Kantschik in sein Hand. Oi, wo nimmt man zurück die Jahren, jene schöne Zeit? Oi, das junge, schöne Leben ist von uns schon weg. Oi, wo nimmt man zurück die Jahren, Moischele, mein Freund? Och, noch jenem Betzen reben bis don Herz noch hat. Was machst du, Schwester Rochele, wie wohl sie jetzt gesehen? Sie hieß einmal, gedenkst du noch, mir nun zum Herz gewehen, nur sie gelebt von Berlin, gehasst mich und schon drum. Geblieben ist in Herzen lang, an nicht verheben. Oi, wo nennt man zurück die Jahren, jene schöne Zeit? Oi, das junge, schöne Leben ist von uns schon wahr. A vremele was macht und sammele und josele sehr oft von eis getracht geholen von ach kinderlech gesehn sich hinter mir geworen alte jidelech wie schnell das Leben fliegt. Oh, jene schöne Zeit. Oh, das junge, schöne Leben ist von uns schon wahr. Oh, wie wundern
Moishe le mein Freund, oi noch jene Jungelein, bent das Haus noch. Спасибо, Михаил Сигельман. Ну а теперь подошло время к завершению нашего концерта. В заключение мы споем для вас маленький музыкальный сюрприз. Игорь, прошу. Я немножко расскажу про эту песню. Значит, в 1939 году в Москве официально отменили извозчиков. И тогда же, в этом же 1939 году, была написана эта песня. Написал ее изначально Никита Богословский в 26 лет. Это был первый первый его успех серьезный. Он написал эту песню для Леонида Утесова. И это стало одна из самых знаменитых песен. Мало, правда, кто знает, что слова, кто написал слова от этой песни. Слова написал Ярослав Родионов, такой поэт из театральной семьи. Проблема была у него в том, что у него отец был врангелевец. И из-за этого долго никто не знал, кто автор слов этой песни. В 1967 году, во времена шестидневной войны, в Америке вышла очень интересная пластинка, которую записал Давид Эшет, израильский певец. Эта пластинка называлась «Forbotten Lieder» — «Запрещенные песни». И на этой пластинке были очень неожиданно записаны все известные русские, там и советские тоже песни на идише, в переводе поэта Моше Сахара. И вот эта песня из этой самой пластинки. Извозчик! Извозчик! Ша! Ich bin kein nicht Извозчик. Ich bin a Chauffeur von mein Ferdl. Wenn es geht nach Umzettungen in der Nacht geht vorbei, auf dem Himmel schwimmen Wolken sich herin. Fuhren wir zusammen, Ferdl, ich und die Noren zwei, letzte Stern auf dem Himmel, als es stimmt. Also sehen wir gefahren, ganze Tag, Juren lang, von die Kopf des gespritzt, gefinden weit. Gehnt mit seinen Sinnen schon, der geht vorbei, es tut Bank, und wenn ich kenn dich, haben wir sich nicht zerschellt. Läuft mein Teier Ferdel, springt mein Teier Ferdel, bleib stehen, stehen du in der Säule. Lange Jahren haben wir's beste Essen wieder dir. Ja, ach, es ist schön Zeit. Ich hab dich du mitgekommen, mit Petkow, es findest du. Ich hab dein Wogen umgefahrt mit reinem Lack. Jetzt der Metro und Maschinen fahren nach Bargentu. Ich bin zerhischt von Ford Citroën Cadillac. Ich weiß nicht, was ist das geschehen, Ferdl, such mir geschwind. Zeigen haben in Zerren ist dem Ganzen neu. Es ist kein Platz für mir und dir, nicht du, mein Ferdl, das sind nur für mich, was von hinten geht, Arroy. Läuft mein Teier Ferdl, springt mein Teier Ferdl, bleib stehen, stehen du in der Zeit. Lange Jahren haben wir's beste Essen wieder dir. Ja, daheim es ist schon Zeit.
mein Teil Ferdele bleibt. Stimm, stimm, du in der Zeit. Von Gejuren haben wir das beste Essen wie wir dir. Ja, daheim es ist schon Zeit. Глянет над Москвой утро вешнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобой, друг, по-прежнему, и как прежде ожидаем седока. Эх, катались мы с тобой, мчались вдаль стрелой, и сыпались булыжной мостовой. Теперь плетемся тихо по асфальтовой, ты да я, поникли оба головой. Ну, подружка верная, ты старушка древняя, встань, Маруська, в стороне. Наши годы длинные, ты, друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Бедная. Для вас сегодня выступал ансамбль традиционной еврейской музыки «Йосеф Капелье» в составе Алексей Розов, скрипка, Михаил Блинков, кларнет, наши замечательные гости, певцы Игорь Белый и наш замечательный певец Михаил Сигельман. Художественный руководитель и главный идеолог проекта, также пианист Иван Лебедев. Спасибо, дорогие друзья. Наш следующий концерт здесь, в клубе-магазине «Гиперион» в рамках «Витамина Е» будет 12 февраля. Тоже в 7:30 вечера. Вот. Те, кто сформулировал свои пожелания к нашим концертным программам, еще имеют возможность написать нам об этом. Ну и, конечно, можете обратить внимание на нашу коллекцию еврейской музыки в компакт-дисках. Спасибо. Всего вам доброго.